Дорогие друзья, рад приветствовать в России участников и гостей спортивных игр стран БРИКС. Соревнования на 2 недели объединят более 3000 атлетов из почти 100 государств мира. И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС. Объединение суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность. Вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга. Отмечу, что спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет, и потому уверен, что также будет расти и популярность, привлекательность игр, как состязаний свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более, что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития. Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям, болельщикам ярких и незабываемых впечатлений. Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми.